Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с председателем контрольно-счетной палаты республики Светланой Арестовой. Обсудили итоги проверочных мероприятий за первое полугодие 2017 года и основные направления деятельности палаты. Так, к примеру, в Бресинском районе были выявлены процедурные нарушения при заключении контракта, а в Урмарском – факт нецелевого использования бюджетных средств. За полгода палата провела 41 контрольное мероприятие. Проверила использование более 42 миллиардов рублей. Проводили проверки таких значимых программ, как переселение граждан из аварийного жилищного фонда, выдача субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, капитальный ремонт школ. Это эффективная работа. Ощущается, что на самом деле объективно подходите, комплексно оцениваете индикаторы выполнения действующих государственных программ, муниципальных программ. Главное, распределение средств, которые получают бюджетные средства, соответственно, обязаны публично, прозрачно провести все финансовые операции. По факту выявленных финансовых правонарушений в бюджеты разных уровней должны вернуться 56 миллионов рублей. За первое полугодие, получается, уже возвращено средств 37%, более 20 миллионов. То есть вся сумма теперь у нас будет контролироваться именно с конечным результатом, чтобы все интересы бюджета восстановить. Но это все-таки, я хочу отметить, значимый результат, потому что были годы, мы копейки возвращали, по крайней мере, на уровень 10-15%. Сейчас больше половины всех тех финансовых нарушений, которые выявлены, по факту возвращаются в бюджет.